Всем привет, друзья, это канал Morgan Games, и это пакет. Да, это просто пакет, пакет с вином, пакет с водой, потому что у нас наступила пора опять идти на дачу, опять продолжать наш выпуск поисков жаб. И мы, собственно, сейчас находимся на этом самом пути, нам надо подняться вон на ту гору, короче. Если мы выживем, то это будет хорошо, мы таки доберемся до нашей цели. Но пока что у нас очень сильно мучила жажда, мы встретили четырех чуваков, и они сказали: ребята, вы ж, блин, идете, вы же вообще высохли полностью, как щепки. Вы должны что-то пить, должны чем-то запивать, короче, пить вино, запивать водой. Поэтому они нам дали вот этот пакет. Вот, короче, эти ребятки. Пацаны, спасибо большое за подгонку. Все, давайте, ни пуха вам там, ни пера, короче, мы пойдем дальше. И попробуем подняться на вот эту высоту. Ох, блядь. Тяжко. Короче, осталось еще хуево туча ступенек. Я не знаю, дотянем мы до верха или нет. Может, сесть водички попить. Ой, блядь. Вот что означает сидеть постоянно за компом и снимать игры. Надо почаще на природу выбираться. Сейчас сердце станет. А нам еще, блядь, хуево тучу ступенек преодолеть. Ладно. Я думаю, все в меня верят, поэтому я постараюсь дойти до верха. Вот так вот. Выкусите все, кто в нас не верил. Короче, мы поднялись наверх. Мы теперь продолжаем наш путь. И в нашу честь даже горит огонь. Внимание. Сейчас мы находимся в историческом парке. Идем мимо таких вот горок, типа курганов. Тут одна такая горка. А там дальше есть еще одна. Короче, там, согласно истории, под ними похоронено много типа безымянных воинов, типа солдат. Они, короче, воевали все друг на друга, шара на шару наступали. Там он камень еще написано, что они все тут лежат, короче. Но этого сейчас мало кто знает. Это мы такие грамотные. А школота, обычно люди без образования исторического считают, что эти холмики, они просто называются две сиськи. Честно говоря, мне такое название больше нравится. Дальше мы идем, и на нашем пути какая-то странная беседка. Но ничего в ней странного нет, просто раньше еще времена дам, кавалеров, рыцарей, тут часто собирались влюбленные, короче. Влюбленные тут зажимались, там под юбку лезли мужиками, ой, девушкам, короче, все дела. А сейчас в этой беседке разве что можно встретить по вечерам алкашей, которые тут спят. Просто потому, что интересы поменялись. Вот так вот и живем. Итак, наш путь немножко приостановился, потому что мы решили зайти на кладбище, отдать дань почтения и уважения тем нашим противникам, которые долго нам мотали нервы, пили нашу кровь. Итак, Эридин, покойся с миром. Понтифик Салливан, за ним отцы рос. Там он дальше можно наблюдать Слендера из Slender the Arrival, который просто сдох от потери сил, когда очень много гонялся за нами и, увы, не догнал. Дальше вот этот вот памятник воздвигнули, такой серый слева, в честь Эвелины из Resident Evil. Ну и не знаю, что рядом с ними всеми забыл Дамблдор, но, видимо, у этого тоже какая-то своя история. Мы продолжаем наш путь и находимся на запретной территории. Этот завод, это вообще радиационная опасная зона. Не знаю, мы надели комбинезоны. Я их вам не покажу, потому что фирма запрещает, которая нам их продала. Но тут, короче, происходят очень интересные опыты. Опасные, секретные. Людей превращают в обезьян. Так что давайте идем просто дальше. Тут запрещают снимать. Сейчас мы проходим мимо какой-то крестьянской деревни, жители которой усердно трудятся. Я думаю, что по ночам им, наверное, досаждают монстры, поэтому не хватает только ведьмака, который бы спасал их от этих всех бед. Интересно, тут есть доска объявлений? Если есть, мы ее найдем и спасем всех. Мы всегда мечтали посмотреть на водопад. Такой, знаешь, как Ниагарский, как в джунглях всякие падают. Мы нашли еще круче, смотри! Офигенный водопад, который люди сделали сами. Это же чего это стоит? Это не работа природы, это работа людей, поэтому это круто. И тут какая-то конструкция, видимо, чтобы воду качать. Отправляемся пока дальше. Тут... Ой, блядь, змея! Сука! Голубая змея! А, и тут две змеи? А, подожди, это не змея. Это нитки! Твою мать! Я уж пересрал. Опа-опа-опа, тихо. Какое-то ведерко, смотри. Явно кто-то оставил, но так как мы идем на дачу, думаю, стоит его взять, потому что в хозяйстве пригодится все. Не знаю, оно чье-то или оно не чье-то.
Как-то неохота брать чужое, но... Ладно, пошли отсюда. Я не буду так делать. Я все-таки культурный чувак. Все, пошли. Сейчас мы проходим еще одну достопримечательность. Тоже довольно значимую для людей, здешних крестьян, которые там работают в полях, где мы недавно только что были. Так они защищаются от зомби и монстров, которые атакуют их в ночи. Они, короче, построили станцию. На этой станции еще в свое время когда-то оживляли Франкенштейна. Вот, и сейчас тут защитное ограждение от всяких угроз. Не входи, убьет, короче, шибанет, ебанет. Поэтому вон, смотри, даже знаки стоят. Типа, так и так, чуваки, вам пизда здесь. Что тут написано, давайте посмотрим. Так, северная высоковольтная электрическая сеть, тип портовая, телефоны, короче, указали свои. Короче, ясно, они просто защищаются. Когда нету ведьмака, люди строят защиты сами. А вот дальше по этой дороге находится огромное водохранилище, где живет большой сом, который жрет людей. Тут даже предупреждение, что туда не ходите, потому что вас сожрет гигантская рыба, и плавать там не рекомендуется. Ну и мы идем сейчас туда. Уже начинается дачный массив, по пути нас ожидает теплый канал. У нас проблема, Хьюстон. Мы, короче, блин, идем, и рядом с нами летает какая-то бодяга. И она постоянно на меня садится, сучка. Она садится мне на спину, на одно причем место. Сейчас тачка проедет, а то нихера не будет слышно. Вот она, блядь, смотри. Сука, где она? Не знаю, тут, кажется, не видно. Или видно, или не видно. Вон, видишь, короче, блядь, но тут просто нету макросъемки, она ползет прям в камеру, сука, в экран. Иди нахер отсюда. Она тупо не отступает, она, блин, летает за нами уже, наверное, минут... Сука, она опять здесь. Она вот сидит у меня на груди прям. Нету? Ладно, пока. Пока держимся, пока живем. Все в порядке. Села она на меня, да? А ну, пытайся снять. Вот так, чтобы она тебя не свалила. Как ее, блин, убить? Вот эта скотина. Короче, не знаю, видно, не видно ее, но все. С ней покончено. И давайте фаталити сделаем последнее. Это бруталити. Это бруталити. Все, короче, мы спасены. Все, валим дальше. Итак, наш путь пролегает через дремучий лесной массив. И мы тут встретили одного специально приглашенного гостя. Давайте с ним познакомимся. Так, внимание, это вредитель сельского хозяйства, ёж. Просто ёж. Если я не ошибаюсь, и это не какая-нибудь гадюка, которая меня сейчас цапнет за жопу. Здорово, чувак! Привет! Скажи пару слов для наших зрителей. Эй, ты там живой? Можно пару слов для записи? Молчит. А мы тихо пытаемся его потрогать. Привет. Эй. Ай, блядь, колется нахуй, пиздец. Здорово. Чувак, покажи свой нос. Где твоя мордаха? Ух, блядь. Он с характером, короче. Чего не сделаешь ради зрителей, даже обколешь пальцы об ежа. А вон его нос, смотри. Хе-хе, здорово. Привет. Ну чё, отъебались от меня, посмотрели? Хорош, идите нахуй отсюда. Я сейчас вас всех тут перегрызу, понятно вам? Короче, всё. До свидания, посмотрели, я пополз. Всё, вообще, пошёл, давай, давай, иди. Всё. Короче, еж сейчас, походу, очень пребывает в таком состоянии, когда его лучше не снимать, он медитирует. Вот и он, теплый канал. Только он с одной стороны что-то, правда, пересох, а с другой стороны еще теплый. Короче, пошли посмотрим немножко там. Вообще, тут в другое время могло бы быть побольше людей, но в данный момент здесь никого нет, потому что сейчас ни у кого не отключили горячую воду. Обычно, когда у людей отключают горячую воду, они сразу сунутся сюда. Тут все, короче, толпятся, все моются, подмываются, короче, куча народа. Поэтому, ребята, если у вас реально отключают горячую воду, не едьте на теплый канал. Лучше, блин, не поленитесь, нагрейте. Потому что те, кто ленятся греть, они едут сюда, и тут просто массовое подмывайство творится. Это совсем нехорошо и совсем не гигиенично. Вот некоторые люди совсем вообще ведут себя безобразно, не предохраняются. Смотри, тут даже столбик предохраняется, даже столбик. А вы?
Как вам не стыдно, ребята? Вот мы уже почти подходим к нашей даче. И последняя улица на нашем пути – это улица Сортирная. Почему Сортирная? Потому что, как вы могли уже заметить, это сортир. Это первый сортир. Сейчас второй. В свое время, когда я его впервые так назвал, я насчитал, здесь сортиров было около... Вот этот самый большой, видишь, сортир для особо толстых людей. Вот еще один запрятался здесь. Когда я впервые эту улицу так окрестил, я, короче, насчитал здесь, наверное, где-то около... 24-28 сортиров. Ну, 20 было точно. Там тачка какая-то едет. Вот, четвертый. Давайте считать, короче. 4. Пятый тут притаился, смотри. Там он шестой. Так, уже 6 есть. Честно говоря, не знаю. Если, конечно, мы сейчас уже не насчитаем 25 или 28, то, может, просто посносили лишнее. Это, не знаю, это не похоже на сортир, это, скорее всего, склад перед сортиром. Это зал ожидания, там, короче, люди ожидают, когда кто-то сидит, занимает. Так, это седьмой. Тот домик, то не сортир, пошли дальше. Хотя это может... Подожди, а ну стой. С крышей, это может сортир типа для элиты? Ладно, пусть будет восьмой. Идем дальше. За деревьями могут тоже прятаться, но походу пока нет. Хотя, по сути, тут везде сортир. Тут где ты сядешь, там и будет сортир. Но мы что с вами цивилизованная нация, поэтому у нас должны быть такие домики. Так, тихо. Тут что? Вон там он. Девятый. Десятый. Смотри, блядь, они на каждом шагу. Так, это просто домик. Ты с домиком там притаился. Одиннадцатый, смотри, серый. Отлично. Так, учимся дальше считать. Кто умеет считать дальше, чем 11? Я, например, только учусь еще, так что не знаю, меня подсказывает, если вдруг что. Так, это просто домик. 11 есть. Я, конечно, мог пропустить еще там в начале улицы, я ее не сначала снимаю, но там, не знаю, плюс-минус 2 сортира. Это, не знаю, это какой-то домик. Это тоже похоже больше на домик. Так. Это зал ожидания. А вот, собственно, зеленый сортир. Это уже какой-то 12-й, походу. Да, 12-й. Рядом с ним сразу серый 13-й. Так, за ним. Это нет. Вон, 14-15 зеленый, красный. Они парочка, короче. Туда в красный ходят женщины, в зеленые мужчины. Так, 15 уже насчитали. Нормалек. Дальше идем. 16-17 серый и зеленый. Он там, он притаился за деревьями. Уже 17. Я тебе отвечаю, их было где-то 20, может 22 тогда уже, ладно. Сколько я сказал? 17? 18. Вот это 19. Смотри, говорю тебе, блядь, 20. Все, 20-ка. Отлично. Я реально говорю, что в первый раз, когда тут на этой улице был, 21. Насчитал тут где-то больше, чем 20 сортиров. Вот оно подтверждается. Но походу улица уже заканчивается, там будет поворот ближе к даче. Но у меня есть такое подозрение, что еще вот за вот этим вот заборчиком, вот там дальше чуть пройти, мы с вами найдем 23-й вот этот был. 23-й. Сейчас походу будет 24-й, если не 25-й там дальше. Так. Вон там он серый притаился, 24-й. В поиске сортиров сегодня серия будет называться, а не в поиске жаб. Жаб не нашли, так сортиры нашли, что? Нормально. Главное вообще найти в этой жизни что-то. Мы всегда, когда идем, мы всегда что-то донаходим. Ну и походу все. 25-й, все. Не, подожди, это не сортир, это походу. Склад какой-то. Ладно, хорошо, пускай будет 24. Ладно, и то. Я почти угадал, почти вспомнил, сколько их было. Ну, 24-25 где-то их здесь. Фух, наконец-то. Пункт назначения — дача. Короче, забираемся на третий этаж. Ой, блин, тут, конечно, ступеньки такие, что можно, если упасть, то реально разбить себе колено, сломать шею правой жопной половинки. И... потом не досчитаться одного глаза. Фух.
Короче, все, мы здесь, мы пришли. Это того стоило, мы шли, сюда добирались. Наверное, где-то около 4 часов. Приблизительно. Сейчас мы откроем балкончик и выйдем на балкончик. Да будет свет! Опа. Отлично. Фух, блин. Только тут надо очень аккуратно, смотри. Под ноги, а то тут в полу. Такие старые уже доски, надо их будет переделать, там гвозди могут быть. Так что надо очень осторожно. Это скромный огородик. Все. Остается теперь конечная цель найти жаб, но это будет утром. А пока что мы отдохнем. Короче, наша задумка с жабами накрылась медным тазом, потому что пошел дождь. Это все очень печально. Бля, так хотели уже их найти, короче, но в этот раз не получилось. Не знаю, пойдем потом в третий раз, в четвертый. Пока не найдем, короче, будем искать. Видишь, как дождь херачит, сука. Короче, пойду я с горя, наверное, сортир. Закроюсь, спрячусь там. И буду там сидеть и плакать. Все, всем пока.